Когда я потеряла руку, со мной стали происходить удивительные истории, которые я хотела бы вам рассказать. Один раз выхожу я из бассейна, маленький мальчик смотрит на меня и говорит: «Тетя, где твоя рука?» Я говорю: «Руку мне откусила собака». Улыбнулась и пошла спокойно в хамам. Уже и забыла про эту историю. Выхожу из хамама, стоит маленький мальчик и плачет. Я говорю: «Малыш, почему ты плачешь?» «Я боюсь идти в бассейн. Там сидит злая собака и всем откусывает руки». Я рассмеялась и говорю ему: «Да что ты, руку мне откусила собака не в бассейне, а на улице». И вот посмотрите, взрослые ведь не замечают, какой урон они наносят детям просто своими разговорами, необдуманными разговорами.